«Двери Белоруссии» – это известный в СНГ и Европе бренд. За 10 лет работы компания успела охватить все регионы страны, открыть 130 салонов и построить дилерскую сеть из 300 партнеров. Мы поставляем продукцию по всей Украине и еще 5 странам СНГ, а также работаем с Западной Европой. Еще в 2005 году компания «Двери Белоруссии» создала собственный сайт, чтобы максимально раскрыть информацию о своей деятельности и продукции, а также для поиска клиентов и партнеров. Наш сайт не соответствовал современным тенденциям e-commerce. В нем не было настроено много бизнес-процессов. Обновление цен, актуальность наличия товара, формирование стоимости услуг. Несмотря на высокую посещаемость, конверсия сайта была низкой. Поэтому было принято решение о разработке нового проекта. С точки зрения продаж, нам не хватало интеграции интернет-магазина с нашей базой 1С и понятного для пользователя механизма подбора и комплектации дверей. Недавно перед компанией стал вопрос модернизации интернет-магазина. Для решения этих задач компания «Двери Белоруссии» выбрала платформу 1С Bittrex управления сайтом, функциональность которой позволила воплотить все их идеи. Продавать двери через интернет оказалось непростой задачей. С потребительской точки зрения это сложный для подбора продукт. Важно обладать четким пониманием конструкционных особенностей товара. Ведь от этого зависит финальная стоимость двери. Тут есть риск показать потребителю неточную стоимость. К примеру, не указать стоимость наличника или доборной доски. Таким образом, донести к потребителю неточную информацию о товаре. Для того, чтобы избежать этих рисков, был разработан уникальный для украинского рынка калькулятор, который позволяет провести подбор нужного продукта и получить финальную стоимость со 100% точностью. Мы довольны результатом. Теперь мы можем показать нашим клиентам весь ассортимент нашей продукции по актуальным ценам, показать все конфигурации дверей, а также местоположение всех фирменных салонов на одной удобной карте. Для быстрого оформления заказа была полностью переработана и корзина. Это позволило компании оформлять комплексный заказ с четкой конечной стоимостью. Покупая укомплектованную дверь, клиент может увеличить или уменьшить их количество в корзине. При этом комплектующие будут удаляться или добавляться синхронно с полотном. На старом проекте или на сайтах конкурентов такой возможности нет. Учитывая мобильный трафик с предыдущего проекта на уровне 30%, мы разработали адаптивную версию сайта, благодаря которой клиент может совершить покупку с любого типа устройств. За 100 дней нам удалось запустить сайт с уникальными инструментами, которых нет ни в одном дверном интернет-магазине Украины. С открытием нового сайта конверсия увеличилась в 3 раза. Нам удалось снизить количество брошенных корзин и уменьшить показатель отказа. Теперь мы обладаем одним из наиболее технологичных, современных инструментов продаж для компаний и наших партнеров. А в ближайшее время планируется запуск проекта в странах Западной Европы.